Кстати, мы с ней играем в Skyblock с Женей. Мы все девочки. Фигня. Так. Так, главное, чтобы не свалиться. Сейчас он заходит. А я потом. Я тут это на шифтике буду стоять, да? Ага. О, ты что, зашел? Нажимай на эту кнопку. Сейчас. Все, начинаем. Thank you. Так, все, мы включили. Копаем. Копай, копай. А, давай строй. Все, мы можем шифтов вставать. А как камень как ломать? Ладно, сломаем. Я тебе помогу, чтобы было быстрее у нас. Все, мы сломали. Дерево! Так, это я не сохранение оставлю. Ладно, я перекрафчу, не волнуйся. Спасибо, я тоже перекрафчу. Верстак ты. Давай ты верстак сделаешь. Я нам палки сделаю. Где его поставить, я даже сам не знаю. Где-то здесь подуплю. Камень как ломать, вот это я не сказал. Минута уже. Подожди, Никит, у тебя есть одна доска? Ладно. У меня просто 4 палки. Сейчас буду ждать. О, дерево. Нет, это не дерево. Бочка. Что? У нас есть кит-старт. Мы можем сделать генератор булыжника. Лава. Лед. Бочонок. Так, ну я долго ломать буду. Вот мне не нравится. Я случайно. Я оступился. Мне камень бесит. Я оступился. Можно я сейчас буду добывать? Мне нужно дерево. А его дерево и... Ай, я опять оступился. Поддержите меня лайком, я оступаюсь. Ступе. Можно я сейчас добуду? Найс! Спасибо, у меня аж плохо стало. Мешает истребитель. Дерево. Камень! 4 подряд! Ты долго? Ты долго? Мне 5-й камень, извините. 5-й слой камня, по-моему. Это долго будет. Сейчас, стой. Я стану на верстак. Немного отойду. Спрыгну в бездну. Я нечаянно упаду. И мы продвинулись. Все, можешь ставить вот тут, возле верстака, смотри, вот тут. Лучше ломать будем. Нам срочно дерево нужно. Вот, понимаю, конечно. Дерево срочно нужно для меня. Потому что нам... Зачем бочки нам? Оказывается, в бочках что-то было. Да. А я всегда их ломаю. Ну, смотри, дроп выпадает. Никит, стой. Я тебе кирку дам. Я тебе кирку даю. Ага. Да. Можешь добывать. У меня тоже своя есть. И мы продвинулись, у нас есть камень. Так у нас... Вот это я могу ломать. Это уже... Так, дерево как-то надо поделить. Но я хочу бочку, опять, чтобы выпал. О, халявный ресурс. О, май. На. Что там было? Железо и уголь. Полезно. Теперь нам этот дроп не нужен. Но у нас есть еда. У нас есть 3 картофеля и 2 семечка. Откуда ты их взял? Ну, с этих, с бочек. Я тебе помогаю добывать. Так быстрее идет у нас дело. О! У нас есть продвижение в мобах. У нас есть курица и корова, Никит. Если можем поесть. Или я что-то путаю? Не, с под коровьем. Камень. Вот так у нас быстрее прям дело идет. Заметил? Угу. Я заметил, что у тебя 2 дерева и 1 землю украл. О, 3 дерева. 3 дерева.
камень. Дерево. Знаешь, мне моя работа нравится. Здесь будут вообще вещи. Это что нам выпало? Главное, ничего с лавой и ведром не делай. И льдом, ладно? Сейчас я продвину наш остров еще на несколько процентов. Чем больше, тем лучше. Мне так кажется. Конечно. Смотри, тут будут у нас общие ресурсы. О, ресурсики. Генератор булыжника! Кто умеет делать генератор булыжника? Подожди, пока что нам генератор не нужен. А я, у меня лед и вода есть. Угу. Ой, Никит, боже. Положи-ка весь камень в сундук. Нам очень нужно. А это я лучше заберу. Спасибо. Сейчас ночь наступит, а это не очень хорошее время года. Блин, ты бы еще два камня добыл, нам очень нужно. Повезло. О, все. Первое. Блин, у тебя каменную кирку тоже собрали. Каменная кирка лучше. Стой, не копай. Я то тебя вырезать могу. Ой, я выкинул. Сейчас я заново положу. Сейчас будем больше делаться, чтобы генератор булыжника был лучше. Все, можешь сундуки смотреть. Да, главное забыть. Не забыть, что возле верстака у нас блок. С которым мы поговорим. Я просто добыл дерево. Чего вы хотите? Страшно, ужас начался. Гроза. А где прятаться? Ну и мог. Бочка. Блиночка. Побочка. Не скучно. Почка. Дай мне же. Я только себе в инвентарь положил. За фигня! Чё, подбочка? Вау, как близко! В нас что-то молния не шадарахает. Это знаешь, это ещё... А почему я упал? Как я упал? Объясните мне! Кирку не берешь. Ой. На, давай, я не хочу, чтобы ты помер. Я не знаю, почему ты упал. Да господи! Как вы большую пешку в мире? Тебе что, тебя молния ударила? Меня молния ударила и в тебя. Нет, это я тебя столкну. Уи! Сейчас ты опять будешь. Иди, сбрось меня. У меня управление зависло. Сбрасывай. Можешь залупить дальше. Никит, залупи меня. Залупи меня! Хотя бы прибей. Все. Спасибо. Знаешь, можешь бочку открыть. Почему у нас управление лагают? Выходим и заходим заново. Нет, это все, нет. Я не буду. Я чисто заново зайду в Майнкрафт. Мой управление было. И у меня. Так все, я обратно захожу. Наконец-то у нас хотя бы управление не будет багаться. Это все из-за того, что какой-то баг произошел. А у меня теперь не трогает. А я понял. Багается?
Нет. А, кстати, управление багнулось, потому что мы провалились много раз. Чего я тэплю? Ух, я не падаю. Центр тяжести перешел на новый уровень. Выключи молнию, пожалуйста. Нет, я, здесь нельзя все делать. Здесь как будет, так и будет. Шадарахни, шадарахни. Я буду ходить, чтобы... Шадарахни, 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 шадарахни. Все, сам добывай. Ладно. Сейчас бочку найду и все. И ты будешь добывать. Ты из-под земли вырос. Грибок. Жду тебя. Бочка будет. Спасибо. Майнкрафт, это самая лучшая игра. Да не важно, это просто такая, это просто... Что в бочке было? Да, дерево. Молния уже не шандарахает, это хорошо. Смотри, сейчас шандарахает с минуты на минуту. Да, бывают такие счастливые моменты. Когда Брейд уже будет? Я уже так жду его. Это мое любимое время будет сегодня. Упал и воскрес, да? Надо вот так остановиться. Мы попадаемся. Минут посередине. А, ну всегда капает. Полезное, полезное. Железо это? Не, курицу, чтобы поесть. Это обновленный лаки блок. Стой! Что, ну что-то там есть? Призыв коровы и курицы. Гагарин, взмахни крыльями и лети. Чего? Молния уже начала меньше удалять шансом. Чтобы не перепутать. Потом нам нужно весь остров переделать. Где наши мобы? А, их нет. Они должны спамиться на этом блоке. Их нет. Да блок! Молодец! Ты звук на меня тоже есть. Меня костер скинул! Никит, меня костер скинул, ничего не знаю. Можешь прикол покажу, Никит? Я просто знаю, что это твое, он меня просто заскинул. Наша территория будет большая. Где я в пустыне? Я думаю, что же. Я семена случайно взял и выкинул тебе. Хотя у меня два семечка, и мне этого достаточно. Девять картошки. Ой. Я дерево открыл. Я тоже. О, бочка, открыть. Опа. А чё, прикол, я тоже открыл. И чё там нашёл? Ничего, ты же открывал, ничего не нашёл. Мне кажется, сейчас дождь нам всю землю размоет, и мы и всё. Как хорошо, что в Майнкрафте такого нет. Скайблок реалистичный, невозможно пройти, оказывается. Верни лаву, она нам нужна вместе. Положи ее. А я сейчас сломаю ее, не буду. Нет, ты вор! Я положил в инвентарь. У нас 3 ведра лавы. Да у нас и так есть снег. Положи ведро! Мне его нету. Хотя бы славы и лед положи. Все. Не нужно мне из этого. Прости большое. Здесь вы узнаете на все ответ.
Ну расти, ну расти, ну расти. Так все. Сейчас, всё. Почему я по тебе не врезал? Хватит, готовка опять идет. Я не готов, блин. Тихо, все. Ты опять из-под земли вырос. Цветочек, ты маленький. Отстань. Я боюсь. Я сейчас беру. Дерево вор! Дерево убийца! Дерево тупой убийца! Давай добывать! Окей. Ладно, все, посудили и хватит. Мое. Женя! Хорошо, я тут не шучу. Спасибо за дерево. Окей. Давай твой росточек. Сейчас мы... Свой защищай. Все, пусть... А листва будет опадать сама. Все, я знаю. Пусть опадает сама, она сама по себе. А мы пока биты устроим. Ничего страшного, я могу... Выжаем очень долго, пару минут, если это пары то как неприятно. Да я только лаву взял! Мне повезло. Вот боюсь свалиться всегда. Я тебя специально туда сейчас свалю. Может давай играть честно? Да, давай. Я всегда смотрю, терпилотирую. Смотри. Не. Тихо. Сейчас тебя побью. Смотри. Тихо, тихо. Хватит. Я хочу тебе прикол показать. Веришь меня терпилотировать? Я знаю. На миллиметры от смерти. Кончику ему в голову. Спасибо. Каких? Там ничего интересного не было. Спасибо. Ладно, давай вторую часть заканчивать. Первую. Ну и вообще никогда сюда еще не зайду. А где все росточки? Может их не будем ломать, пусть растут. Сейчас по разным местам определю их. Чтобы потом могли... Три росточка аж. Че, дюплы, росточки? Клади мечи. Пусть растут, а я сюда в общей сумме. Нет, не положу для сохранения. Ладно, это не три. Сейчас дожидаем бочки, а мы заканчиваем и этот ролик. Ее я. Вторую часть, может, еще появимся, но может и нет. Но я буду. В общем, в общем, у меня ролики выходят часто. А ты на меня ссылку оставишь? Наверное. Я в любое время могу.
поставить на все ролики. Но это уже... Слушай, я тебе ссылку отправлю с моим фильмом на YouTube. Так, ну все, мы заканчиваем. Что там? Ты же понимаешь, что я сейчас инвентарь сортировал? Извините. Как ты подёбся? Ну ты прибегаешься, а я нет. Хватит. Ты что? Все, пока. Всем пока-пока. Стримится. Что я меньше вообще, Жень? Тебе это не слышно? Пока. Всем пока.